вот на этом месте встречи. Так. Хорошо, хоть на встречке никого не было. Давайте к сирене для надежности ключ. Вот и полицейский участок. Так. Наконец-то что-то я начал все крушить. Вот, приехали. Рой, зайди в офис. Я работаю над делом. Пусть Фелпс пройдет расследование. Ну что ж, нам поручили допросить подозреваемого. Так, а где он? Куда идти-то, Юр? Комната допросов номер 2. По-моему, здесь, да? Да. Шелдон. Это твой адвокат? Нет, детектив. Это доктор Харлан Фонтейн. Он пришел сюда, чтобы мне помочь. Как вы поживаете, сэр? Ты украл морфин с Кулриджа. Ты не можешь этого доказать. Давай проверим. Mentor. И какая связь? Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Так, ну что ж, давайте сейчас спросим по поводу бывших членов отряда, 6-го отряда морской пехоты, почему на них охотились. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but it's difficult considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Сейчас быстро еще там просто много фамилий называли. Фелпс говорит, что мне было бы интересно спросить Беккета, Маевски или Дрискола по поводу их. По поводу их вовлечения в это дело с морфином, но сейчас это представляется сложным в связи с тем, что они все мертвы, и остаешься только ты, Шелдон. А Кортни Шелдон говорит, что он вообще не имеет отношения к произошедшим убийствам, вообще никакого отношения. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, никакого отношения он не имеет, да? Так. А вот это что такое последнее? А, точно, запись касательно... Касательно встречи, планируем встречу между Кортни Шелдоном и Микки Коэном. Так, отлично, отлично. Ты врешь, Кортни. Ну вот, Кол сказал, что он лжет, и Кортни говорит, а как ты можешь это доказать? Мы знаем по поводу вашей встречи с Коэном. Мы нашли запись у одного парня. Коэн охотится на нас и считает, что у нас этот морфин. I believe, Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Странный какой-то чувак, он, рядом с ним вот этот доктор сказал, что я верю господину Шелдону, по моему мнению, он говорит правду. Вот касательно того, что последнее он заявил. Спросим по поводу кражи с СС Кулриджа. Ship, ты был на корабле, yes. Шелдон. Да, that's правильно. Correct. И у тебя была возможность совершить кражу. Но это не значит, что я участвовал в этой краже. Так, сейчас хочу посмотреть, еще чем тут возразить можем. Так. Ну, здесь имя его не было написано. Так, манифест, ничего не говорит. Так.
Здесь ничего тоже ничего. Нет. Так, то, что... Визитная карточка. А, стоп, вот тут что-то такое. А, Вальтер Беккет. Вальтер Беккет, вот когда он умирал, он говорит от отрывочными фразами. Говорил, что скажи Кортни. Скажи Кортни, неудача. Потом сказал, что стоило попробовать. Так, все. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Вот еще Кортни возмущается, почему он считает, что он как-то участвовал, почему что он считает, что есть какая-то связь между ним и... И вот этими всеми событиями, как он вообще связан с другими бывшими морскими пехотинцами. Беккет передавал тебе привет, когда он умирал. И цитирует, не удалось, стоило это попробовать. Вы закончили, детектив? Я только начал. Ты ответишь за все, Кортни. Джек Келса в этом не участвовал. Да какая разница, кто участвовал? Я просто хочу, чтобы морфин пропал с улиц. Что ты предлагаешь? Доктор, рад видеть вас. Я провожу расследование. Поднимись наверх. Так, зашел какой-то мужик и что-то сказал. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? Что там произошло? And of your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, man. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. Сдай оружие, значок. Я запрещаю тебе общаться с прессой. What the hell were you thinking? О чем ты только думал? Нашли какие-то фотографии, военные фотографии с войны, что-то он там совершил, какое-то, может быть, преступление, пока непонятно. Мари, послушай, Мари, мне нужно объясниться, оставь меня. Дай мне с ними видеться, они мои дочери. Уходи, Кол, хочешь, чтобы я вызвала полицию? Но давай поговорим, о чем говорить? Ты любишь ее? Любишь? О чем ты думал, у нас есть дети? Уходи, Кол. Мой отец нанял адвоката, и ты будешь сняться только с ним. Дай-ка объяснить. Ко мне репортеры утром приходили утром и донимали меня весь день.
Напугал. А, вспомнил, что там было. Он же здесь у этой бабищи немки был. Не на войне он там творил. Трудности перевода. Просто изменил жене с этой немкой. Так, ну что, отлично, дело закрыто, и мы переходим сейчас к следующему, так что вперед!